Сегодня хочу предложить вариант необычного, вкусного и сытного салата под названием «Гнездо». Готовится салат просто и достаточно быстро, а выглядит очень симпатично. Рецепт салата «Гнездо» с чипсами настолько понятен и прост, что приготовить его сможет даже начинающая хозяйка. Для приготовления такого салата понадобятся ингредиенты, которые имеют достаточно большую калорийность, отчего блюдо получается очень сытным. Идея оформления в том, что салат выкладывают на зеленую подушку из укропа или петрушки. С первого взгляда салат действительно похож на гнездо в траве и на столе смотрится необычно, но, попробовав первую ложку, остановиться будет уже сложно. Копченая курица 150 грамм. Куриное яйцо 2 штуки. Перепелиное яйцо 3 штуки. Огурец 1 штука. Грибы шампиньоны 200 грамм. Лук репчатый 1 штука. Картофельная соломка 60 грамм. Майонез 2 столовые ложки. Растительное масло 1 столовая ложка. Укроп 1 пучок. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Грибы с луком обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до готовности. В глубокую тарелку выложите обжаренные грибы с луком. Курицу нарежьте небольшими кусочками. Огурец хорошо помойте и нарежьте кубиками. Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кусочками. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. На плоское блюдо выложите салат горкой, в середине сделайте ложкой небольшое углубление. По всей поверхности салата разложите картофельные чипсы соломкой. В углубление положите несколько веточек свежего укропа, а в середину – очищенные перепелиные яйца. Салат «Гнездо» готов. Приятного аппетита!